Михайлович, добрый день. Очень рады, что вы присоединились к нашему проекту. Ну что, поговорим сегодня о том, как Петр I из России делал Новый Амстердам. А что нужно в трех словах знать о Петре I современному школьнику, вот по вашей оценке? Создание Санкт-Петербурга, Полтава и Гангут. Фигура русского царя Петра I, первого императора всероссийского, на протяжении 300 лет производит новые и новые споры. Для кого-то Петровское правление – это период, который стал почвой, или, если угодно, источником для истории новой подлинной России, России настоящей европейского государства. А для кого-то, напротив, Петровская эпоха – это эпоха, когда настоящая Россия, то есть Святая Русь, старомосковское государство, Третий Рим превратилась в призрака самой себя, древней, истинной и так далее. Обе эти позиции сформулированы мною, может быть, с избыточной остротой, но, уверяю вас, миллионы людей, в том числе и людей хорошо образованных, и даже академических историков, принимают такие позиции, и если не высказывают их в такой вот острой, предельной форме, то где-то внутри себя верят, что именно так все и есть. Действительно, самое главное слово, которое стало водоразделом в истории России и которое характеризует именно Петровскую эпоху, это слово «европеизация». Россия при Петре I прежде всего европеизировалась, и этот процесс вызвал колоссальное количество других, более локальных. Представьте себе, что вы выломали стену вашего дома, и море через эту стену вошло в ваш дом. Море европейского. Не значит, что в вашем доме раньше не было воды. Это не значит, что вы не знали, что такое море. Собственно, элементы европейского присутствия в России, они были всегда. У нас служили и при великих князьях московских, и при царях, и при Иване III, при Иване Грозном служили, и при Алексее Михайловиче. Европейские специалисты. Врачи, военные инженеры, литейщики. Но понимаете, какая вещь? То, что на службу русским государям шли представители Западной Европы, итальянцы, шотландцы, допустим, немцы. Это ведь ничего не меняло в характере цивилизации. При Петре I произошло нечто принципиально другое. Европейские моды, законы, установления, новинки техники и науки не просто вошли в русскую жизнь, они стали ее властно перестраивать под себя. Что, несомненно, произошло в России к добру, ко благу из этой европеизации? Прежде всего, надо сказать, что наша промышленность при Петре I выросла в несколько раз. Заводы, мануфактуры России по численности своей значительных предприятий шагнули за сотню. И надо сказать, что именно при Петре появилась колоссальная, если угодно, россыпь или ожерелье заводов Урала, добывающих, плавильных заводов, железоделательных заводов. Ну, известнее всех, конечно же, Демидовская заводская империя. Развивалась и казенная промышленность. Вокруг Санкт-Петербурга, в частности, в районе Аланца, возникло довольно значительное количество заводов. Конечно же, появились верфи, потому что флот, военный флот в России до Петра I не существовал. Время от времени наши государи московские принимали строить корабли. Были боевые корабли в России при Михаиле Федоровиче и при Алексее Михайловиче. В арктических морях у русских монастырей был довольно значительный флот. Соловецкий монастырь, например, в 17 веке располагал флотом, который, может быть, сравним с флотом небольшого европейского государства. Но этот флот не был боевым. Промысловый флот, рыболовецкий, торговый, грузовой – вот его роль. Но для того, чтобы вывести флот на море и повоевать там, нужны были портовые сооружения, нужны были кадры, то есть военные моряки, специально обученные для боевой деятельности. Нужны были судостроительные и судоремонтные предприятия. А европеизация дала возможность России создать боевой флот, который являлся одним из сильнейших в Европе первой половины XVIII века. Всему, что связано с флотом,
обучили Петра иноземцы, и вместе с Петром всю Россию, прежде всего голландцы, немцы, англичане. При Петре Первом делалась ставка, прежде всего, на союз с протестантской Европой, Северной Германией, с Нидерландами, в какой-то степени с Англией. И в данном случае, когда мы говорим европеизации, говорим предприятия, говорим флот, говорим, что в Россию хлынуло огромное количество специалистов, мы должны говорить о том, что вот в эти страны, которые я перечислил, поехало колоссальное количество русских людей. Они там получали образование, они там получали знания в военной, инженерной сфере, в горно-заводской сфере. Это во многом изменило русскую культуру, и, понимаете, это знание – это полезное. Это знание, которое впоследствии поработало на матушку России. Это плюс. Мы должны также учесть то, что прямыми результатами европеизации стали успехи во внешней политике. Собственно, европеизация позволила выиграть тяжелейшую, длившуюся 21 год Северную войну. А европеизация промышленности дала возможность обеспечить армию огромным количеством артиллерийских орудий, современных ружей, обеспечить армию, массовую армию, всем необходимым. Не надо думать, что огромная Россия воевала с маленькой Швецией, какой мы сейчас видим ее на карте Европы. Она воевала со шведской державой, которая включала в себя Финляндию, значительную часть Северной Германии, значительную часть Прибалтики, огромный кусок России, то есть вот современной Ленинградской области. И вот этот русский кусок Швеция удерживала со времен смуты, то есть на протяжении 80 с лишним лет. И, конечно же, необходимо было это отвоевывать. И вот плод европеизации – это Полтава, выигранная у шведов в 1709 году. Плод европеизации – это три больших сражения, выигранных у них на Балтике. Это Гангут 1714 год, Грингам 1720 год и Эзель 1719 год. И, конечно же, собственно, был выстроен Санкт-Петербург. 1703 год, начало создания этого города. Он очень дорого обошелся России, но тем не менее. Понимаете, какая вещь? Санкт-Петербург – это ведь несомненный успех. Это ведь строительство громадного, богатого, чрезвычайно нужного для России, как ворота для европейских новинок, европейских товаров, европейских специалистов, окна в Европу. Петр не видел в России самостоятельной цивилизации. Не видел того, что Россия – это православная держава, которая наследует Константинопольской империи, и в этом ключе развивалась и развивается. Очень многое было разрушено в этом смысле. Была, в частности, разрушена связь между государством и церковью. Петр, в сущности, включил церковь в тело государства, сделав из синода, то есть высшего управляющего органа церкви, своего рода департамент по делам религии. Петр унизил наше духовенство. Кроме того, ведь реформы, которые проводились наспех, которые представляли собой избыточную европеизацию, привели потом к неудачам. Ну вот в каждом учебнике можно увидеть, что сложное устройство государственного строя России до Петровского периода было Петром сведено к простенькому, на первый взгляд, зданию, в которое входило 12 высших органов, которые именовались коллегиями. Вроде бы было 50, а то и 80 приказов в времена московского государства. А тут такое упрощение, такая ясность, такая логика. А на деле это же неправда. Помимо коллегии было чудовищное количество разного рода экспедиций, комиссариатов, то есть органов управления, которые по-старому также назывались бы приказами. И фактически получается, что когда Россия поменяла коллегии на министерства, при министерствах возникли департаменты,
выяснилось то, что приказы – это то, к чему все равно Россия так или иначе через некоторое время возвращается, потому что это гибкая форма администрирования. И, наконец, очень важный момент – это стоимость преобразований. О полках, которые были единообразно одеты, обуты, вооружены, получали единообразное обучение тактике, которые получали единообразное командование. В России знали еще со времен первых Романовых, со времен Михаила Федоровича, строили так называемые полки нового строя, или позднее их назвали полки наземного строя. Что произошло при Петре? При Петре радикально изменили одну деталь. Армия находилась под ружьем постоянно. То есть ее никто не распускал после войны по домам. Производился рекрутский набор, и с этого момента для своей родни солдат умирал. Он, скорее всего, больше никогда не увидит ни своего села, ни своей деревни, ни города. И он служил государю до самой смерти. Этот рекрутский набор, он предполагал, что больше ничем в своей жизни солдат заниматься не будет. Петровская армия, тем более Петровский флот, это чрезвычайно дорогое предприятие. Безумно дорогое. Такую армию могла позволить себе держава, имеющая колоссальные ресурсы, или которая включает работу мобилизационной машины на полную катушку. Это значит, что населению приходится терпеть и умножение налогового гнета, и то, что огромный процент населения идет на войну, и многие не возвращаются. Вот, собственно, при Полтаве победили ведь не только уральские заводы и не только европейские учителя, которые учили русского солдата. Нет, победила еще и колоссальная мобилизационная машина России, которая могла поставить в строй, вооружить, обмундировать и доставить к месту боевых действий новые полки. С одной стороны, здесь виден административный гений Петра, а с другой стороны, ну представьте себе, десятки, сотни тысяч человек уходят из хозяйства. Их надо кормить, одевать, обувать. Для них нужно жилище, жилище нужно отапливать. И все это стоит безумных денег. Конечно же, народ отвечает на это восстаниями. И очень хорошо памятно восстание Кондратия Булавина 1707-1708 годов. Очень хорошо известно Астраханское восстание. Ну и, конечно же, стоит упомянуть Стрелецкие восстания. Восстание 1698 года было подавлено со страшной жестокостью. Жестокостью невероятной. И не напрасно впоследствии было сказано, что Петровские указы писаны кнутом. Можно добавить к этому то, что Петровская европеизация писана стрелецкой кровью. Давайте посмотрим также и на то, как изменилась правящая элита России. В состав этой элиты, помимо людей, которые имели русское происхождение, что самое главное, православное вероисповедание, вошло огромное количество европейцев, которые оказались в том числе и на высших постах в государстве. И впоследствии они уже после Петра будут фактически осуществлять власть над Россией. И для них, собственно, то, что происходило в Европе, это нечто, имеющее первостепенное значение, находящееся на первом плане, а Россия – вечная провинция. Конечно же, вот для той ситуации, когда проводится обвальная, можно сказать, чрезвычайно быстрая европеизация, включение европейских специалистов в состав правящей элиты было необходимым. Но эта ситуация ушла. А прослойка людей, которые были достаточно чужды русской культуре и православной вере, осталась. Были ли они все преданными слугами нашей страны и нашего народа? Вот я усомнюсь. После Петра I Россия фактически раскололась на две части. В данном случае речь идет о расколе культурном. Нельзя его недооценивать. Часть русского общества приняла европеизацию
не только на уровне задания, которое необходимо было для того, чтобы мобилизовать государство на титаническую борьбу, на строительство промышленности, на строительство новой армии, на внешнеполитический успех. Она приняла европеизацию как образ жизни. То есть русский дворянин, служилый человек, офицер, который хотел жить в Санкт-Петербурге, быть причастным к сферам власти, должен был вести себя как европеец. Как европеец одеваться, брить бороду, пить кофе, пить вино, курить табак, пользоваться новым календарем, забыв о том, что ранее летоисчисление шло не от Рождества Христова, а от сотворения мира. И помимо этого, ну, скажем так, потреблять европейские товары в пище, и в одежде, и в интеллектуальном смысле, учить свое потомство быть европейцами. Ну а давайте посмотрим, кого казалось больше, тех, кто действительно принял это, или тех, кто продолжал жить, как жил в старомосковском обществе. А больше-то как раз вторых. Это очень значительная часть духовенства. Это очень значительная часть купечества. Это подавляющее, наверное, большинство крестьянства. И вот и получилось то, что служилые люди, офицерство, дворянство, какая-то часть торговых людей, государев двор, жили как европейцы, а страна жила, как и в старь. Царь Петр I в культурном смысле расколол Россию на низовую и верховую. Они жили очень разными жизнями. Проблема, которая создала огромное количество новых проблем в будущем. Понимаете, если низ страны считает верх страны чужим, это ведь в конце концов ведет к тому, что нарастает всеобщее раздражение, напряжение. Если барин приезжает из Парижа в парике, в панталонах, в башмаках с пряжками, в сюртуке, с тросточкой, а крестьянин одет так, как 200 лет назад его предки одевались, они перестают друг друга понимать. Если барин еще и по-русски перестает говорить и начинает говорить в основном по-французски, то пропасть просто становится непроходимой. Что ж, давайте вернемся к тому, что спровоцировало изменения Петровского царствования. Часть специалистов считает, что мир начали делить великие европейские державы, которые постепенно отрывались от России, от Ирана, от Китая, от Японии, от Турции. В промышленном, научно-техническом плане этот отрыв позволял им в военном смысле выигрывать. А это грозило тем, что впоследствии страна окажется под контролем у одной из этих держав или будет разделена между ними. Существовала такая опасность? Я полагаю, да. И тяжелейшая северная война со Швецией показала то, что эта война решала, собственно, кто будет гегемонистом хотя бы от регионального северноевропейского уровня. В данном случае, конечно же, возможность того, что Россия, если она попытается жить по-прежнему, то окажется под властью иноземцев, просто проиграет пару-тройку войн, и править в Москве будут не бояре, а какие-нибудь, я уж не знаю, бюргеры, буржуа. Она существовала. Другой вопрос. До какой степени надо было эту европеизацию пришпоривать? То есть совсем уж обойтись без нее, я полагаю, было просто невозможно. Нужно было получить свою науку европейского типа. Нужно было выстроить громаду промышленности. Нужно было реорганизовать армию. Да, нужно. А вот, скажем так, залезать в сферы культуры и религии так глубоко, как залез Петр, утеснять церковь, выстраивать европеизацию бытовую с табаком и треуголками. А в этом не было особенной необходимости. Это уже была личная особенность Петра. Он побывал в Великом посольстве, носился на корабле по каналам Амстердама, видел, как фейерверки
вспыхивают над каналами. Ему понравилось, он захотел свой Амстердам. Он захотел быстро, он захотел, чтобы все было вот так же похоже на Амстердам. Москва до этого не подходила. Строя Санкт-Петербург, он действительно поставил Россию на дыбы. И многое из того, что при Петре I вошло в понятие европеизации, было переевропеизацией. Если открыть табель о рангах документ последних лет Петровского царствования, так вот там подавляющее большинство должностей названы по-европейски, так что никогда русское ухо даже и не слышало. Какой-нибудь надворный балбир, оберкригскомиссар, Шалбенахт. И впоследствии и русская жизнь, и русский язык избавились от всего того, что было не нужно, что было, ну, скажем так, перебором. А нужное осталось. Вот, наверное, смысл этой эпохи в неком колебании маятника. Россия должна была качнуться в сторону Европы, сохранив себя. Она качнулась слишком далеко. Впоследствии стала возвращаться, выбрасывая лишнюю европейскость. Итак, несколько колебаний маятника привели к созданию чрезвычайно мощной, динамично развивающейся, но неустойчивой системы. И к 1917 году вот это наследие Петровской эпохи даст себя знать. Однако, ну, такова наша судьба. Благодарю вас за внимание. До свидания.